Всем привет! С вами Юля. И сегодня у нас будет видео, не побоюсь этого слова, не для слабонервных, потому что реально у меня тут такое происходит. Вы бы видели. Но сегодня вот как раз-таки съемка будет не с рук, потому что я хочу вам все это показывать. А если буду держать, а видео будет минут на 30 точно, короче, я вас укачаю. И что же это такое, как вы думаете? Ну да. Один очень хороший человек, которому я передаю большой привет и горячие поцелуи, спокусил меня вчера на начало моей мандалы. Несмотря на то, что у меня не все материалы есть. Ну, короче, неважно. Вот начну с тем, что есть. Сегодня я покажу вам организацию, вот прям как я это сейчас все делаю, что же у меня есть в наличии, что я жду, и все-все-все вам расскажу. Начнем с самого начала, с самого интересного. Прежде чем вообще заказать свою первую мандалу, я думала очень долго и хорошо. Я изучала этот вопрос, вообще какие материалы используются, какие нитки, что почем, сколько схема, как это заказать, как купить, в чем мне очень помогла Юля. И потом Софья, за что им огромное спасибо, они реально, ну, то есть в этих видео я для себя много полезного взяла. Как минимум я приняла решение о том, надо мне это или не надо. Ну, то есть это как минимум. Ну и как раз таки вдохновилась я Юлиной работой, она отшивает эту мандалу, она у нее в процессе. Интересно, когда же она ее возьмет. И все, решение было принято. Я вот так, да, хотела именно ее, какую я вам сейчас покажу, какую же. Сразу хочу сказать, для тех, кто будет волноваться, где я взяла схему, все честно, мандала это вот это. Вот она у меня есть, распечатанная, чтобы никто не сомневался, что все тут ключ. То есть все в порядке, просто по вот этой схеме, ну, мы до нее дойдем, вышивать нереально. И я заказывала перенабор, мне его сделал Олег, за что ему огромное спасибо. Я вообще крайне рекомендую к нему обращаться в плане перенаборов, потому что скоро, девочки, Олег будет в дефиците. И к нему будет очередь, потому что делает он быстро, качественно и очень недорого, в моем понимании. Ну и вот, значит, сначала решила же я ее купить. Ну окей, начала собирать там все-все-все, все материалы. Заказывала я не с European Cross Stitch Company, там я заказывала только вот этот пак бисерный. Ну, получается, там мы покупали только этот пак, а все остальные нитки мне привозила Марина. То есть я делала заказ, ну, в общем, не на этом сайте, чтобы там... Я сейчас дальше буду рассказывать свои приключения, вот чтобы вы понимали, что... Ну, где я покупала, да? Я покупала у девушки из Одессы, которую я покупаю всегда. Ну и все. С чего все началось? Я сделала заказ вот этих всех заморских ниточек. Потом я заказала себе нарезку в нитках DMC, потому что покупать мотками нет смысла. Здесь будет использоваться по одной пасме, тупо каждого цвета. А цветов здесь, ну вот сколько у меня планшеток, вы видите, можете видеть. И эти цвета будут использоваться в бабочках и, насколько я помню, в цветах вот этих. Ну, поэтому я не хочу вот это все складировать, потом запасы эти делать. Посмотрите, сколько пасм ниток у меня было бы в остатках. То есть тут даже нарезкой, а исходя из того, что в основном все по одному метру, посмотрите их сколько. Короче, я не помню, сколько в количестве, считать не буду, не думаю, что это важно. Ну, факт в том, что я заказала себе нарезку, заказала ниточки. Пока я нитки ждала... Из видео девочек я поняла, что оптимальный вариант вышивки это все-таки для меня, да, Моника.
28 аккаунта, я имею в виду ткань, потому что лен я не особо люблю. Он очень красивый, я не спорю, и он фактурный, но не для мандал, потому что здесь много шовчиков, и чем ровнее переплетение, в моем понимании, тем красивее будет получаться этот узор, ну, шовчиковый, да? Он будет идеально ровный. А если я буду делать на льне, у меня все равно где-то из-за толщины нити, да, там в льне, как вы знаете, одна тоненькая, вторая толстенькая, все равно где-то что-то будет там. Ну, в общем, что-то я загоняюсь. Ну да, такой проект, я загоняюсь. Короче, решила я Монику. Ну вот и все, и пойдем по порядку. Эпопея с тканью. Я начала искать, где же в Украине я могу купить Монику нестандартного размера, потому что мне нужен был отрез, ну, минимум 70 на 70, да, если бы он был бы больше, ничего страшного, то есть я могла бы купить на метраж, даже если бы он там в ширину был 1,40 м или 1,80 м, ничего страшного, я бы не расстроилась, но, девочки, его нет, понимаете? В Украине я не могла найти, где продают, ни в офлайн, ни в онлайн, то есть этой ткани просто нет. Ну, обычный стандартный отрезы, сколько хочешь, вообще везде. Причем, ну, она на самом деле недорогая. Там цена вопроса... Вообще, вот этот отрез, один, получается, что я купила, это 50 на 70, да? Этот отрез стоит 214 гривен. То есть, а мне нужен был там 70 на 70. Ну, вы понимаете, да, что совсем все демократично. Купить я ее не могла. Вот эти поиски мне Юля, конечно, очень помогала. Тоже она мне отправляла ссылки в плане, где посмотреть, кому написать, чтобы, может быть, купить два отреза стандартных, да, но попросить не разрезать, чтобы они мне одним куском прислали. По итогу я нашла эту ткань на Муркиных рукоделках. У них заявлено в продаже стандартные отрезы тоже. Но я связалась с этим интернет-магазином, спросила у девочек, возможен ли вариант, чтобы я купила два кусочка 50 на 70, но они мне их не разрезали. Девочки ответили, что как это все происходило. Я должна сделать заказ, но его не оплачивать. То есть должна заказать эти два куска, в комментариях указать, что я хочу это одним отрезом, и они потом уточняют эту информацию на складе, свяжутся со мной, скажут мне, возможно это или нет, и после этого я оплачу, и тогда они мне отправят. Какое-то время я там, конечно, подождала, но спасибо им огромное за то, что они все-таки там пошли навстречу, и я купила эту ткань. Вот в такой упаковке она ко мне пришла, все отлично, с ней все хорошо, у меня здесь был кусок 70 на метр, но так как мне не нужен был метр, я отрезала 30 сантиметров, отмерила, да, и у меня остался вот здесь вот в пакетике лежать 30 на 70 кусочек, когда-нибудь у меня пригодится, а вот эта ткань сама на мандалу у меня 70 на 70. А с этой тканью это, конечно, капец. Уже она мне пришла, понимаете? Мало того, что сколько эти поиски были, она уже мне пришла. Мне пришла смс о том, что ткань пришла. А параллельно я заказала пеленки для собак, ну, туалет их. И вот мне пришла сначала смс про пеленки, хотя ткань должна была прийти первее пеленок. Ну, думаю, ладно. Потом уже приходит смс, типа, что уже и ткань на новой почте. Я счастлива, думаю, я заберу. Поехала после работы, специально заехала в отделение, нету света. Просто весь район отключили электроэнергию, понимаете? Все сидят без света, они мне говорят, вы можете забрать только те посылки, которые полностью оплачены, включая доставку. Оплатить можно через приложение. Я говорю, давайте сейчас прям оплатим. Мы начинаем, ну, говорю, помогите мальчику, спасибо ему тоже, кстати, огромное. Я считаю, что клиентоориентированность на высшем уровне, потому что я говорю, давай, ну, помоги мне. Он говорит, ну, хорошо, давайте. Он взял, начал это все делать, но мы поняли, что висит приложение из-за того, что очень большое количество людей начали им одновременно пользоваться. У меня просто не снимает приложение деньги с карты. И я не могу оплатить. Мы 5 раз пробовали там. Ну, по итогу я расстроенная пошла домой. Потом пришла домой, зажгла тут себе свечи, сделала уютный вечерок при свечах, и где-то через час включили свет,
это уже было отделение работы до 9, у меня уже было время около 8, но я все равно пошла на почту оделась, пошла и все-таки забрала. Понимаете, эту ткань я так хотела, так хотела. Вот. Ну и что? Забрала я ткань, счастливая. Так что все, теперь. Ну, потом я поняла, что, в принципе, что меня останавливает? Только отсутствие нескольких ниток, да, на эту мандалу. Но эти нитки будут использоваться вот здесь, вот, в районе центра. Ну, и все-таки они тут где-то в рамке будут тоже, по-моему, не помню. Ну, не столь важно. Короче, я могу начать без них. Я же их все равно получу рано или поздно. А делать-то тут есть что и без этих ниток. Вот точно так же, как я начала свой хэллоуинский квакер от Lila Studio. То есть я начала без каких-либо ниток. Там у меня не хватало несколько цветов. И я все равно какую-то часть уже отшила. Так и с мандалой. Так, Лолита, пожалуйста. Нету покоя, девочка. Ну и вот. Короче, я решила начать. Села я сегодня, думаю, я хотя бы размечу, ну, отмечу край, потому что я хочу начинать не с середины, а с края. Я не умею вышивать, как многие умеют, да, там в любую сторону идти. Мне надо вышивать вот с этого угла и двигаться вниз. То есть я вышиваю вот так вот. Все время я иду вправо и вниз. Не знаю почему, ну вот все, такая привычка у меня. Ну и что? Начала я разбирать девочки нитки. Сейчас я вам буду показывать. Значит, в этой мандале по ключу, ну, начнем с металлика. Есть вот такие вот 6 цветов металлика от Rainbow Gallery. Здесь есть такой прям совсем металлик-металлик. Есть вот такая ниточка, которая, я не понимаю, она как шелковая. Надо состав почитать здесь. Ну да, она не совсем металлик, не 100%. Ух ты, в них, гляньте, у всех разный состав на самом деле. Вот и другой, 25, тут нейлон идет. Короче, неважно, не про это сейчас. В общем, вот такие вот 6 цветов используются. Но многих цветов идет по 2 мотка. По ключу. По ключу. Ключ у нас дает Мартина. Но расход мы смотрим. То есть есть ключ. Так, у меня это все было закручено просто очень долго. Теперь я это не раскручу. А есть. Ну, я не знаю, как это называть, описательная часть, я просто себе не распечатывала, ну, какие материалы просто будут использоваться и чего, сколько расход. Там, по-моему, я не помню, в чем указано, в метрах, в ярдах, в инчах, не помню. Ну, короче, я высчитывала, исходя из этого, получала, какой расход в мотках у меня будет. И я очень неправильно сделала, что я сделала заказ до того, как я посмотрела видео о расходе у Юлии Сайкиной. Потому что, как оказалось, многие цвета у меня останутся. И я бы их, честно, не покупала, потому что мне вот эти запасы на будущее не нужны. Я не знаю, буду ли я когда-то вышивать еще мандалы или там что-то, какие-то дизайны, где будут применяться эти нитки. А я не люблю, когда у меня лежит. Ну, что-то не по делу. Я люблю покупать вот четко на дизайн, на сюжет. Ну, и я точно знаю, что вот эта нитка останется, потому что она, по-моему, говорила, что она расходуется один, ну, одна катушка, вот это не больше. Остальных, по-моему, так и надо было по две. Но я сейчас не буду об этом говорить, потому что я еще даже не начала вышивать. Вот кому интересно, придите к Юле на канал. Посмотрите это видео, я, возможно, ну, ссылку на ее канал я оставлю, но найду ли я сейчас это видео, чтобы поставить. Если я найду прямо это видео по расходу, я его оставлю, ну, ссылку на него, чтобы вы могли пройти, посмотреть и не были как я. Сначала, чтобы вы посмотрели, а потом приняли решение, сколько мотков вы будете заказывать.
очень красивые металлики. Здесь, посмотрите, вот этот синий, такие цвета. Я специально включила освещение, у меня сейчас день. Но я хочу, чтобы вам был виден блеск. Такой вот он, прям с ума сойти, с ума сойти. Вот такой вот цвет. Вот этот очень красивый, мне нравится, который у меня останется. Как-то сейчас он передается. Вот так даже, наверное, лучше. Вот такой зеленый. Красивый, красивый. Вот этот следующий мне очень нравится. PB09. Посмотрите, какой синий. Ой. Короче, не могу я вам так это показать. И вот такой вот. Обычно золотой. Это что касается Rainbow Gallery. Дальше. Значит, у нас есть здесь Кэрон ниточки. Их используется 4 цвета. 3 цвета, 4 мотка. То есть 2 мотка вот этого 226-го. Я тут уже раскручивала эту нитку. Потому что я себе, ну, нарезала. Вот этот моточек будет лежать отдельно у меня. А вот этот будет во всех, ну, в процессе, да. Вот такая ниточка Кэрона. Очень красивая. Посмотрите, какие переходы. Просто мягкая, приятная. Мне нравится Кэрон. Я люблю им вышивать. 211-й. Тоже. Один у нас, ну не тоже, этот один моточек. И здесь должна идти нитка под номером 244. У меня пришла 224. Обнаружила я это только сегодня, потому что когда я получила свой заказ, я не проверяла его. Ну как бы я Марине доверяю, и обычно вот все, что я заказываю, у меня все приходит именно так, как надо. В этот раз я не знаю. Я не буду ничего говорить, потому что могла и я протупить. Я могла написать в Excel, в заказе в своем, вместо 224, вернее, вместо 244, 224. Либо это тоже что-то где-то кто-то перепутал, я сейчас уже не знаю. Поэтому здесь должна быть другая нитка, она такая оливково-темно-зеленая с переходами. Она вот это как... мятные больше цвета, а там такие вот в такие вот цвета уходят, в оливковые. Эта нитка будет, нечаянно закрыла, будет у меня, сейчас я вам покажу где. Короче, я приняла решение, что я не буду ее дозаказывать, потому что ага, она мне в полукресте, подождите. Потому что вот все, что ей вышивается. Просто полукрестом уголки, вот на это вот эти уголочки, видите? Вот просто с краю здесь она будет. Полукрестом в одну нить. Ну, девочки, ну нет, я не буду дозаказывать, это смешно будет. Я возьму... И потом, как бы, я вышью либо Dinky Dice, либо я просто возьму нитки DMC и вышью нитками DMC. Потому что сами цветы, по-моему, вышиваются в нитках DMC. Да, видите? Поэтому я не думаю, что будет здесь какая-то печаль. Прям, если вот этот полукрест, эти 20 крестиков, тут 20, там 20, короче, если эти... кусочки, манюсечки, понимаете, будут вышиты обычно ниточкой, а не Кэроном. Не буду. Даже не цена вопроса, я не хочу больше заказывать и ждать. Мне это бесит. Зара, даже не думай. Вот можешь сразу отходить от двери. Прям сейчас. Давай, быстро. Отходи оттуда. Возмущена, возмущена. Вот. Поэтому, чтобы вы имели в виду, вместо ну, вот этого цвета должен был быть другой. 244. Я... ладно, потом расскажу. Дальше. Здесь есть ниточки Dinky Dice. Они у меня уже, видите, тоже все такие лохматенькие, потому что я их тоже уже все распаковала.
раскрутила и понарезала. Как я их организовала, все вот эти вот, да? Вот, я взяла обычный органайзер и навесила по одной пасме. И здесь у меня еще Глориана, которая у меня не пришла, но она придет, да? Вот четыре цвета Глорианы будет. Я довешу потом просто сюда. Вот такие длинные я и сделала, потому что я заморочилась, и те нитки, которые с явными переходами, я прям разматывала всю бобинку, смотрела, какие у меня секции идут переходов и где они начинают повторяться, да, вот есть на длину нитки, то есть какие-то переходы, которые там идут, ну, оттенки меняются, а потом все, этот, ну, переход закончился, и он начинается заново. И вот до того момента, как он начался заново, я себе отрезала. Хотя Юля сказала, что можно не париться, и она права на самом деле, потому что я так подумала, здесь же не сплошная зашивка эта нитка идет, знаете, как огромное поле зашивается, что ты там, это все плавно будет меняться. А там есть места, где по чуть-чуть группа крестиков, и, короче, не стоит так, наверное, прям так, как я, заморачиваться. Ну, уже все. Вот, такие динки дайс все используются по одному моточку, и здесь с переходами, я вам сейчас их покажу, только два цвета, остальные просто шелк. Посмотрите, какая красота. Боже, мне так нравится. Вот этот цвет вообще бомба. Бомба-бомба. Очень красивая нитка. Не знаю, вам видно, нет? Я думаю, что видно. А вот эти цвета как бы без переходов. Переходов не имеют. Но тоже очень красивые. Мягенькие, такие приятные. Так, это Динки Дайс. Ну, в принципе, по ниткам все. Как я уже сказала, я жду еще Глориану и жду Эдмар. А Эдмар там ниточка как перле. Такая толстенькая. Так, ну и вот, как я уже сказала, то есть организовала на обычную планшетку. Я начну, потом попробую, как мне будет удобно, уже в процессе я разберусь тогда. Я не хочу, чтобы они все висели одновременно, потому что они все равно, ну, затираются, а делать я буду явно не быстро, поэтому зачем? Пусть они лежат те в кулечке новенькие, а по одной пасме вот у меня будет на органайзере. Точно так же, как и DMC. Ну, DMC реально, девочки, очень много цветов. Очень много. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть планшеток. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать. Ну вот. По 15, 6 планшеток по 15 цветов и минус 4 свободных ячейки у меня осталось. Короче, дофига трошечки. Поэтому вот такие нитки, кучи, которые мне нравятся. Все, это я убираю. Что еще? Когда я начала разбирать Динки Дайс, я обнаружила еще одну нитку, вот такую, которая у меня была, но которая в Мандале не используется. То есть ее нет по ключу. Я не знаю, как оно у меня появилось. Ну, опять же, я говорю, я не исключаю, что я могла что-то в заказе. Но дело в том, что если вот эта нитка у меня лежала вместо другой, вместо 244, то есть я могла ошибиться, внося в заказ, то вот эту нитку я вряд ли могла бы написать. Я потом свяжусь, скорее всего, с Мариной. И я не исключаю, что она мне ее положила, и я, может быть, даже за нее не заплатила, понимаете? То есть, если я за нее заплатила, ну окей, ладно, пусть она у меня останется, ничего страшного. Ну, где-то я ее использую, цвет красивый. Но вот если она мне ее положила лишней, я даже не знаю, как мы сейчас это вспомним, потому что, ну, мы, блин, этого уже не вспомним, я думаю, ладно. Ну и все.
И небольшое отвлечение от мандалы, так как уже есть такая нитка, я начала думать, куда я ее засуну при меню. И придумала, девочки. У меня есть дизайн от Mirabil, вот такой мне его подарила Жанна. Спасибо тебе, моя хорошая. Вот. Это камея вот это. И я вот эту нитку, у меня есть несколько цветов уже есть. То есть у меня есть вот этот фон. И есть нитка, которая вот тут вот идет в окантовке. У меня нет... А, не, наоборот, вот это нет. Вот это, ну, короче, каких-то у меня нету. И видите, здесь есть такой фон, он тоже в Кэроне у нас. И я вышью, наверное, вот этой ниткой, этот фон, чтобы мне не было обидно. Так что вот так, все в дело пойдет. С нитками, наверное, все. Боже, уже 25 минут я вам рассказываю. И я думаю, что это все сумбурно, но я счастлива. У меня сейчас переполняют меня эмоции, потому что это моя первая мандала, которую я буду вышивать, получать свои впечатления, да, какие-то. Потому что одно дело смотреть, очень красивые ниточки. Одно дело смотреть у кого-то, а второе самой щупать, мацать и все такое. Так, дальше. Перейдем к бисеру, да? Перейдем к бисеру. Я вам включу так, чтобы это все красиво было на фоне, чтобы видели, про что мы говорим. Бисерочек. Я еще даже не открывала. Так, отступление по поводу пинов. Вот кто спрашивает, пользуешься типа или нет, и зачем они нужны? Вот смотрите. Я себе отмечала, отсчитывала от середины край, где мне нужно начать. И я это делала как раз-таки, ну, своими пинами, потому что я отметила серединку, посмотрела, где центр по схеме, и от центра отсчитывала ровно то количество клеточек, которое мне нужно. И дальше просто чпоньку так, ну, угол сошелся, вот у меня, вот где он вколот, это как раз угол моей работы, с которого я и буду начинать. Поэтому пинами я пользуюсь и считаю, что это вещь нужная. Понятно, что не каждый день. Мы же не каждый день начинаем. Так, сейчас посмотрим бисерок и все, что тут есть. Есть здесь две иголочки. Одна вот такая, ну, длинная. Такие иголки лежат в наборах Милхил в фонариках. А вторая немножечко потолще и покороче. Я буду пользоваться вот этой. Так. Ну и здесь бисерок. Такой вот, ничего вам не видно. Я не знаю, как сделать так, чтобы было видно. Девочки, я не смогу вам показать нормально, но покажу уже так, а потом уже в работе буду показывать поближе, когда они будут пришиты. Синий вот такой красивый, как с переливами, да, блестящий, матовый, вот такой сиреневый, красивенький. Дальше. Такой вот золотой. Весь бисер здесь делика. Очень, кстати, красивый вот этот. Он тоже матовый, с такой блестящей серединкой. Так, баночки прикольные, мне нравятся. Вот такой, как бронза, да, наверное, что ли. Давайте я буду по несколько, потому что иначе... Вот этот очень красивый, мне нравится. Посмотрите, какой цвет. Да мне весь нравится. Прикольно, я делика еще не вышивала. У меня тут много чего будет в первый раз. Вот этот очень красивый. Он как такой бензиновый немножко, потом, но матовый. Бензиновый матовый. Прикольный. Я номера не буду говорить, потому что я думаю, кому нужно, они могут зайти на сайт. Вот. Даже на сайт Мартины, посмотреть, там есть информация по материалам, которые используются, и вы можете ознакомиться, какие материалы будут очень красивые белые. Очень-очень. Какие материалы будут использоваться в той или иной мандале. Так.
Вот такие бисерочки. Прикольные баночки. Дальше у нас есть красивая серединка. Видите? И у нас есть беконусы. Также беконусы у нас есть вот здесь. И здесь же такой бисер рубка. Он тоже где-то будет использоваться. То есть тут все вперемешку. Я не буду доставать с вашего разрешения тоже. Потому что здесь я сейчас это все рассыплю. Я криворукая, как обычно, понимаете? Я все рассыплю. Короче, все красиво. И последнее, что я вам хотела показать. Это же надо на что-то все натянуть. Понимаете? А на что мне натянуть? Рамы есть, но они достаточно дорогие. То есть есть из чего выбрать. Их все надо ждать, потому что часть из них в России, часть за границей. Соответственно, у меня же... я еще хотела показать вам. Вот, пробись пока. Значит, как я это буду делать? У меня есть вот такая штучка. Я вырежу липкий коврик туда. Положу. Что я вам показываю, вам или себе, непонятно. Вырежу, положу его в эту штучку и буду, наверное, ей пользоваться. Ну, посмотрим. Может, и не буду. Вот, про рамы говорила. Пока я закажу, пока это доедет, плюс это все дорого. Ну, они немало стоят. А я не уверена, что я буду вышивать мандалы в дальнейшем. Мне надо попробовать и понять для себя, нравится мне или нет, хочу я или не хочу. Может быть, она будет единственная у меня, понимаете? И потом, куда я эту раму 80-сантиметровую там, или 70-сантиметровую буду девать? Под какие процессы? Я не вышиваю такие огромные работы. Что я придумала? Я купила рамы арабеска. Вот. И из двух рам, ну, из двух вертикальных вот этих вот планок сделала одну. Вернее, горизонтальных, да. А вертикальную я могу взять любую. У меня много рам, они разные есть. 40 сантиметров, 20, там, 5, по-моему, сантиметров, 10, вообще длинные. То есть я уже любую решу. Что я сделала? Вот была одна планка, получается, да. Вот здесь вот этот вот штифт. И с этой стороны был штифт. Вот следующая, тут тоже был штифт. Короче, я из одной вытянула, и потом в эту дырку вкрутила другую. И получилось у меня вот такое вот. Получилась планка нужного размера, но я не знаю, что у меня из этого выйдет, потому что я еще не натянула. У нее здесь, вот если вы посмотрите, идет несовпадение просто в миллиметры. Какие-то, понимаете? Вот на несколько миллиметров я ее не могу докрутить. Ну, то есть она уже... А, нет. Ну, или могу... Нет, все равно она топорщится, все равно торчит. Вот, видите, просто в несколько миллиметров. Одна выше другой получается. И... А это может повлиять на натяжку, я так думаю. Но не факт. Вот я попробую натянуть. И когда я натяну, я вам расскажу. Но если у меня получится, все хорошо будет, да? Я буду самая счастливая, потому что стоимость вот этого вот всего дела, одна штука у нас стоит около 130 гривен. 120. Ну, вот до 300 гривен, грубо говоря, у меня рама для мандалы будет, на которую я буду натягивать. Ну вот, когда попробую, натяну, начну, уже какие-то впечатления свои получу. И после этого я вам обязательно все расскажу и покажу. Процесс не на год. Я надеюсь, что не на два, но не на год точно. Так что жизнь покажет, как у нас там все пойдет. Еще раз спасибо Юле за вдохновение, за помощь. Точно так же спасибо Софье за это все. Я, наверное, может быть, даже вступлю в СП. Только я вот не помню, как там надо это что все делать. Мне надо пересмотреть видео с
пересмотреть видео, где Софи рассказывает о правилах вступления в СП. Но я не уверена, что я вступлю, потому что это меня будет обязывать делать какие-то продвижения, понимаете? А я... Я пока не знаю, у меня пока такое, знаете, как разброд и шатание. Я пока не начала и не поняла, мне нравится или нет, а может, я вообще потом заброшу. Короче, я не знаю, я не решила. Поэтому, если что, может быть, даже буду вышивать с девчонками. Что я хочу сказать? Кто хочет попробовать что-то... Я это все покупала не за один раз, ну, как бы, да, и кто говорит о том, что это очень дорого, девочки, это дорого, это понятно, все материалы, во-первых, они дорогие, во-вторых, их нужно ждать, это не бывает быстро, но вот я когда-то села и посчитала, на какую сумму у меня лежат наборы Dimensions, я просто поняла, что по меркам того, сколько у меня в том комодике денег, все остальное вообще должно меня не останавливать. И я просто себе сказала, что я, к примеру, год не покупаю наборы Dimensions, но я покупаю какие-то другие наборы, которые я хочу попробовать. Вот Mandel, Victorious Sampler, которые тоже дорогие, да, в которых шелка какие-то используются, еще что-то. Вот Le Jardin я себе купила, я вышла. Потому что хочется же пробовать что-то новое, хочется новых эмоций, впечатлений. А зацикливаешься на одном, на чем-то. И вот я Dimensions, бедно, вот эти игры мучаю, сколько я там их вышиваю. Ну, 1-2 в год всего наборов, а у меня их, ну, много. А вышивать-то мне хочется, я не хочу только Dimensions. Соответственно, ну, давайте, как бы, я считаю, что тут каждый решает для себя сам, что ему покупать, сколько денег тратить на свою рукоделие, что он хочет попробовать. Я придерживаюсь того мнения, что я живу один раз, и все, что я хочу, я все равно куплю. Даже если это дорого, я лучше на чем-то другом сэкономлю, но попробую то, что я хочу. И вот буду иметь такую красоту. Поэтому я всем желаю вдохновения, всем желаю только позитивных эмоций от рукоделия, от вашего любимого хобби. Я желаю не обращать внимания ни на что и ни на кого, и жить своим умом, и ориентироваться только на то, что вы должны проживать жизнь так, чтобы вам было хорошо в первую очередь. А все остальное как бы не важно. На этом будем заканчивать. Я буду натягивать и, наверное, пару крестиков первых сделаю, девочки. Я очень счастлива, что я это попробую. Я всех целую и люблю. И всем пока-пока.